А тем временем Санитус Терра продолжает радовать нас потрясающими фанатскими видео. Принцесса пустыни Диана Анкудинова перенесет вас в песчаные дюны Арракиса в этом фэнтези-саундтреке к фильму «Дюна». Что ж, смотрим новый замечательный ролик. Думаю, это будет очень интересно. Какая же здесь мистическая атмосфера. Просто невероятно. Ooh.
Это было очень эпично. Обратите внимание, какая концовка ровно такая же, как и начало, и в конце Диана закрывает глаза, и композиция заканчивается. Я бы назвал это полноценным видеоклипом, таким мини-фильмом, очень-очень, повторюсь, атмосферным и интересным. Видно, что проделана просто колоссальная работа автором. И когда смотришь, даже не хочется комментировать, просто погружаешься в какой-то своеобразный транс, слушаешь и пытаешься вникнуть в эту историю, которая действительно завораживает зрителя. Прекрасно. Мне очень понравилось. Обязательно поддержите автора на канале Сани Тустера. Ссылка, как всегда, в описании. Можете перейти, поставить лайк этому видеоролику, если он вам действительно пришелся по душе. У меня эмоции просто зашкаливают. Действительно что-то магическое, такое мистическое, жутко интересное и завораживающее. Потрясающая композиция, которая определенно достойна нашего внимания. Ну и, конечно же, браво Диана Анкудинова. Ссылка на ее канал также ждет вас в описании. Друзья, если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Слушайте хорошую музыку, а что самое главное, берегите себя. Спасибо, что были на канале Горинов. Увидимся. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to